Мы его убьем вместе. Chargez, hop, terminal. Thank you.
Fazer. Comme si maintenant la tête allait toucher le genou. Hop. Donc de là, posez comme ça au sol. L'enfant. Sal. Na ponta. Работают с чеком.
Oui. Donc, je fais une partie de la semaine. Yeah.
Нюансы. Нужно чуть-чуть легко слово сказать. Например, легче, мягче.
Ну, в зависимости от контекста. Ну да, ну, то есть как да. бы он правильно переводит, но в этом случае немножко другое должно быть. Да. Это он это верно перевел, но в данном контексте это должно быть другое. Я понял. Он, мне видимо, считает. Ну, он же начинает говорить, он просто не просто не знает, как это сказать. А? Ну, я вас снимаю, просто проходите. Материал получится на 10 часов, как-то потом монтируют.